Преподобный Иосиф Волоцкий наряду с преподобным Сергием Радонежским почитается как один из столпов русского монашества. Преподобный Иосиф, в миру Иоанн Санин, родился в 1440 году. Он принял монашеский постриг в 20-летнем возрасте и впоследствии стал игуменом Боровского монастыря. Преподобный Иосиф решил преобразовать монастырскую жизнь на началах строгого общежития. Он обошел русские монастыри, чтобы исследовать наилучшее устроение иноческого быта. По возвращении Иосиф основал свою обитель недалеко от родного Волоколамска. О преподобном вспоминали, что днем он не гнушался тяжелого физического труда, а ночи проводил в молитве. Главное внимание преподобный Иосиф уделял внутреннему устроению жизни иноков, сочетанию нестяжания, труда, послушания и молитвы. По составленному им уставу до сих пор живут русские монастыри. Мощи святого покоятся в Успенском соборе Иосифа Волоцкого монастыря. В 2009 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла преподобный Иосиф объявлен небесным покровителем православного предпринимательства.